Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Этот ролик начинает новую рубрику, рубрику, которую я называю «Мысли вслух». Здесь будут рассказы обо мне, о том, как я таким стал, что я увидел, что я познал. Я подозреваю, что не всем из вас это будет интересно, но все-таки хочется верить, что найдется аудитория, для которых мои размышления о жизни будут полезны. И этот рассказ называется «Бабушкины часы». Я родился в Харькове. Жили мои родители на Салтовке, а бабушка моя жила на Холодной горе. У нее был свой частный дом. Каждое лето, чтобы сэкономить деньги на пенер лагерях, меня отправляли в этот бабушкин дом, где был полностью предоставлен самому себе. Это, пожалуй, самое лучшее, что мои родители сделали для моего воспитания. Когда мне было 13 лет, родители меня отправили туда же, к бабушкин дом, на Холодной горе. Я познакомился с интересным человеком. Он был ветеран войны, простой мужик. Он был без ног, ноги были отрезаны по пах. Он ездил на какой-то тележечке, у него была лошадь, и он на этой лошади собирал, ну, скажем, металлолом, бумагу и пластик. Ну, пластика тогда вообще практически не было, в основном металл с тем, что к конце своего дня он объезжал район за районом, собирал весь этот мусор и сдавал в утилизацию. Так как он был без ног, то ему нужен был кто-то, кто мог быстренько соскочить с его этой брички, побежать в сторону, которую указывал этот мужичок, подобрать кусок сковородки ржавой или бутылку пустую стеклянную забросить бричку и поехать дальше. Мне, городскому мальчишке, выросшему среди бетонных пятиэтажек, покататься на лошади было за счастье. Я бы это делал бесплатно, но, к моему большому удивлению, мне платили 3 рубля в день. Это была прекрасная, интересная работа. Мужик был не разговорчив, но много рассказал о войне. Так я начал узнавать правду о Второй мировой войне. Один дедушка с войны не вернулся. Второй вернулся, но умер рано. Поэтому вот этот безногий чудак был, в общем-то, моим источником сведений. Синекура моя скоро закончилась. Наверное, неделю я проработал таким образом, потому что он переехал в другой район и забирать ему меня отвозить было уже далеко. В аккурат в это время в соседнем квартале на пересечении Плехановской и Цеховской рухнул двухэтажный дом. Там до сих пор, кстати, заряет пустырь на нем пытаются сделать какую-то парковку. Рухнул, потому что был построен сразу после войны, видимо, цемента не хватало, строили в основном там с песком. Дом не выдержал, не выдержал этого издевательства над конструкцией. Пришли стравбатовцы, полностью разваляли, разломали И остатки этого дома, кирпичи, крыша, балки. Все осталось лежать, никто их не убирал куда высели людей, даже понятия не имею. Но мой интерес был в другом. Я не знаю даже зачем, начал просто выкапывать кирпичи. Кирпич за кирпичом. Мне было 13 лет, была удивительно странная, удивительно такая приятная игра. Как я уже говорил, цемента практически не было. И кирпичи получались как новенькие. Я быстренько стормозил, смастерил себе телегу, с одним колесом, который видел когда-то в кино, и начал к себе во двор возить эти кирпичи. Какой-то сосед увидел, попросил наковырять ему сотню кирпичей и дал мне 5 рублей. Другой сосед предложил 5 рублей, и в очень скором времени я стал продавцом кирпичей. Выяснилось, что старые кирпичи высоко ценятся. Вообще кирпичей был дефицит, а вот эти вот, которые простояли уже практически 40 лет, были особо в цене, потому что они стали твердыми, они превратились в камень. Потом меня нанял какой-то соседский мужичок, который в доме строил камин. Уж не знаю, в каком иностранном фильме он увидел камин, но он реально на Холодной горе в доме строил камин, ему нужны были как раз вот эти вот кирпичи. Кроме того, что он нанял меня, поставить эти кирпичи, и еще, еще в течение недели ему помогал, и он мне платил 5 рублей в день. Итак, к концу лета у меня скопилось 100 рублей. Что такое 100 рублей? Мой папа в те годы получал 160. То есть это, в общем-то, почти зарплата. И сбились две мои мечты. Я купил себе транзисторный приемник, который тогда назывался транзистор, и золотые часы. Купила мне их бабушка, та бабушка, которая жила на Холодной горе. Транзисторный приемник сорвался, по-моему, через два месяца. Назывался он «Хазар». Абсолютно дерьмовый товар. А вот часы, часы тикают до сих пор. В конце 80-х я категорически не хотел жить в Советском Союзе. Меня больше всего возмущала та ложь, та неправда, то отсутствие правосудия, которое я ощущал просто как такую взловонную жижу, которая окружает меня, и я пытаюсь в ней плыть в каком-то направлении. Тем не менее, плыл я довольно бодро. У меня уже было два кооператива, совершенно честных, никого не воровал, не давал взяток, занимался инженерным бизнесом. Но тем не менее, я по тем временам был достаточно богатым человеком. Богатство мне это абсолютно не радовало. Я не мог жить во лжи. Оно меня доставала удивительным образом. Поэтому я сказал, что я хочу уехать. Родители ехать отказались. Я был готов ехать сам. Но моя сестра, младшая сестра, у нас 10 лет разницы, подмешала, подпортила карты и сказала, что как только ей станет 18, а ей было тогда 17 лет, она уедет ко мне, к Сергею, где бы я ни был. Поэтому родителям пришлось выбирать между детьми и оставаться в Украине, и поэтому возник конфликт. Основная причина, почему родители не хотели ехать, была в том, что они не хотели менять ситуацию. Нельзя ехать с насиженного места в что-то неизвестное, непонятное, страшное, необоснованное, необустроенное. Но официальная причина, причина, о которой мне говорили, это бабушка. Бабушка не поедет. Бабушка, мама на мама, потеряла мужа на фронте, она всю жизнь прожила одна, у нее, соответственно, больше никогда не было детей мать моя, моя единственный ребенок. Поэтому мама сказала честно, категорически, я без бабушки не поеду. Поэтому стал вопрос, что надо говорить бабушку ехать в Америку. Бабушке был дом. Дом – это страшное наказание. Бабушка, девочки в 20 лет вышла замуж, уже успела родить ребенка перед войной, мою маму. Муж ушел на фронт. Жили они в Мазанке, а дом строили, вот тем летом, когда они должны были закончить строительство дома, у них были все материалы, все кирпичи, все балки, все рамы, материал на пол, они взяли какой-то заем, не в банке, банки заемы не давали, у родственников. Началась война, и дед ушел, бабушка осталась сама, и в буржуйке ступила за холодные годы войны те все самые рамы и балки, и пол, и дом бабушка строила, как хижину папы Тыквы, работая тяжело в две смены на заводе. Почему две смены? Потому что за пенсию за деда не давали. Это отдельный рассказ, почему. Получала она мизерную зарплату, работая в малярке на заводе. И, соответственно, денег, чтобы прожить вдвоем ей и ребенку плюс вести строительство дома не хватало, поэтому она еще должна была подрабатывать на том же самом заводе за те же самые нищенскую зарплату. И только лишь к концу 60-х годов дом был до конца построен. То есть вот от зарплаты до зарплаты, от кирпича к кирпичу, от бревнышка к бревнышку. Дом был до до, наконец до конца построен. И вот мы пришли к моей бабушке говорить о том, что мы уже... Бабушка все это внимательно выслушала, и задала странный вопрос. Так, а когда едем? Вопрос был настолько ошеломительный, что моя мама перешла на родной для нее украинский язык и спросила, мата, а как твоя хата? И вдруг бабушка сказала гениальную фразу, никогда не забуду, я его ненавиджу. Я его ненавижу. Бабушка приехала в Америку, как и все мы, в одном самолете летели. Первая нашла работу. Пошла в православную церковь нашла другую, другую старушку. И она ушла к ней работать домохозяйкой. Старушка из старых русских, белогвардейка. Интересная получилась парушка. Бабушка моя там прожила много лет, пока ее домохозяйка и не умерла в 103 года. Как-то пришел я к ним в гости проведать бабушку, а эти две девушки наклюкались на ливочки, не шучу, и сидят, вспоминают о сексуальном прошлом. Я быстренько ретировался, чтобы все это не слышать. Когда бабушка умерла, я в ее вещах, уже здесь в Америке, нашел свои золотые часы, о которых я к тому времени забыто и забыл. Пронеслись первые очень тяжелые 10 лет иммиграции. Я успел закончить Сан-Франциский университет. Получить еще одно образование. Образование в бизнесе, MBA. Сначала учился на менеджмент. Первые одни из классов был в финансы. Нам рассказали о Black and Scholes формула. Black and Scholes – это два человека, получившие в 1973 году Нобелевскую премию за изобретение формулы. Не будем ходить, зачем нужна была эта формула, но формула, собственно, создала финансовый рынок, и на экзамене нужно было написать эту формулу. Так как я закончил с отличием Харьковской политехнической, я вывел эту формулу. Формула, на самом деле, была несложная. Формула пяти переменных. Учитель очень сильно удивился, потому что я по незнанию своего английского, а также не понимая культуру, не понимал, что нужно просто было написать формулу. Я эту формулу доказал. Ну, следуя, естественно, выводам и логике Блэка и Шульца. Учитель меня спросил, а что я тут делаю? Я говорю, я тут учусь. Он говорит, что ты делаешь на менеджменте? У тебя же математика зашкаливает. Я говорю, ну, у меня как бы 6 лет политехнического образования. И он меня переманил на финансовый факультет, где я стал заниматься вот то, что сейчас называется big data. Отдельный рассказ. Начал писать даже диссертацию, здорово, но это все в отдельном рассказе. И вот за 10 лет, окончив университет, я стал специалистом. Тогда, вот даже слова big data не было, слово появилось гораздо позже. Это называлось по-разному: business intelligence, data warehousing, data mining. А вот тогда, на самой заре, мы говорим 94 год, это называлось. Computerized Statistical Data Analysis вот такое было странное слово. И вот это была моя специальность. Специальность редкая, экзотическая и очень востребованная. И уже к 2001 году, нет, 2000, к 2000 году, прошло 9 лет, я был состоявшейся американская мечта. Я работал в самой крупной консультационной компании Anderson Consulting. Я летал по всему миру, настолько была редкая экспертиза, что меня летали, ну то есть мне покупали билеты, отправляли консультировать в Брисбейн, в Сидней, Европа, Америка, Ист-Кост, кост Япония, Токио. Я облетел весь мир, летал я бизнес-классом, если я летал интернешнл, меня встречал лимузин, встречал дядечка с табличкой мистер Любарский, я садился в Лиму и уезжал в гостиницу. Встречать новых клиентов и продавать новые проекты, руководить новыми людьми. И так случилось, что я уже был в Европе, летом вот 2000 года я был в Европе. У меня был отпуск с женой в Италии, если не ошибаюсь. А может, ошибаюсь? У меня закончился проект на неделю раньше, и можно было вернуться домой из Сан-Франциско из Европы, а вернуться потом обратно в Италию с женой. А можно было остаться в Европе, подождать жену. Коль скоро у меня на неделю раньше там поменялись бизнес-планы и закончился проект. И вот летом 2000 года стал интересный вопрос, куда бы убить неделю в Европе. И вдруг появилась идея, а не поехать ли мне в Харьков. Сказано, сделано, австрийские авиалинии, тогда летели, летали прямые самолеты из Вены в Харьков. Я приземляюсь в Харьков. Я не был в Харькове 9 лет. Но у меня было такое впечатление, что я попал на другую планету. Я поменял 100 долларов в обменнике. Мне дали вора каких-то непонятных мне денег. Я никогда не видел гривну до этого. Обменный курс был где-то 3 с четвертью, половиной гривны за доллар. И этой сотни она никогда не кончалась. Я прожил в Харькове неделю, включая такси, рестораны, подарки друзьям и все, что хотите. И эта просто размененная сотня не кончалась. Она как тот самовар, который варил кашу бесконечно. Харьков тогда было очень дешевое место для иностранцев. Город был полуразрушен. По крайней мере, таким он не показался. Большое количество в центре города полуразрушенных домов. Очень странно выглядели редкие бутики, то есть часть дома восстанавливали, кусочек э, тротуара укладывали какой-то брусчаткой, а вокруг были ямы в асфальте. И везде разросся парк, везде все деревья разрослись, никто их не подрезал, не срезал. Кредитных карточек не было, вообще ни одной, это все нужно было платить наличностью. Нужно было все время смотреть по сторонам, переходя улицу. Моя наглая привычка переходить на перекрестки, несмотря на машин, мне не стоило несколько раз жизни, потому что я иду на перекресток, и на меня летит машина. Мне в голову не приходит, что он не считает, что он должен мне уступить. И только когда я слышу скрик тормозов и расширенные злочки водителя, и его бампер касается моих брюк, я понимаю, что ну, в споре человека и металла всегда победит металл. Спорить бесполезно. Я был в многих городах мира. Я был до этого уже и в Израиле, и в Египте, и в Латинской Америке. Так как водили в Харькове, не водили нигде. Не в плане плотности, плотности движения. Там три машины на, дв на два перекрестка тогда было. А в плане какого-то странного, почти садистского отношения к пешеходам. То есть, видимо, водитель раздолбанного авто подчеркивал и доказывал пешеходу свое классовое превосходство. Я, естественно, общался, встречался с друзьями, встретился с своим другом, с которым мы были друзья детства, партнер, потом партнеры по бизнесу. Бизнес у него процветал, он занимался нержавеющими металлами, то есть трубы, сварка, сварка нержавеющих труб. И сидя в ресторане, он мне говорил, Серега, ты же там в Америке все знаешь, вот что бы такое замутить прибыльное с нержавейки? Я ему сказал, что, наверное, самое простое, что можно сделать, это скоро придет век супермаркетов. Рано или поздно он придет. Подчеркиваю, тогда в Харькове не было еще ни одного супермаркета. Первый Билла появился год спустя на Павловом поле. Я говорю, начинай делать э, нержавеющие полки для товаров, начинай делать э, перегородки, все вот эти вот... Э, Трубы, рельсы, колясочки, вот эти вот, которые катаются. Все это нержавейка, трубы, сварка. У тебя будет огромный рынок. И вот мне мой э, э, близкий друг сказал, ты же Серега, ты в своей Америке, там MBA, там вот все знаешь, все видишь, но не будет никогда. Наш человек покупать в пластиковой пластик, упаковке в три дорого, если можно пойти на базарчик и все купить домашнее, свое. Ну, я сказал, ну, ты, наверное, прав, ты спросил, я ответил: Мой отец попросил меня проведать его школьного друга. Я отправился по адресу. Друга этого знаю с детства, со своего детства, он был всегда в нашей семье. Понимая, как там живут, я купил колбасу, какие-то консервы, в общем, сумку с какими-то продуктами. И уже идя, подходя к подъезду друга отца, я увидел. Часовую мастерскую. И тут мне стукнуло, что хотя часы мои и идут, неплохо было бы сделать какой-то профилактичный ремонт. С тем, что, ну, скорее всего, в ближайшие много лет я сюда не попаду. Никто, естественно, часы советского производства чинить здесь у нас не будет, нет запчастей. Поэтому было бы неплохо, чтобы хороший часовщик посмотрел часы и э, сделал какую-то профилактику. И вот я это примерно хотел объяснить часовщику. Он открыл часы, посмотрел, сказал, что с ними нет ничего. Плохого, часы идут, чинить ничего не надо. Что, кстати, говорит о высоком качестве советских часов. На тот период часам было уже хорошо 30 лет. Я ему сказал: подожди, дорогой, то есть не вопрос денег. Вот просмотри каждую шестеренку, каждый подшипничек, если там есть, и убедись, что они еще прослужат много лет. Часовщик меня просто не понял. Я достал купюру, по-моему, в 100 гривнах. Тогда это, видимо, были большие деньги. И сказал, что мне нужно, чтобы часы никогда больше в жизни не остановились. Часы, естественно, механические, с ручной заводкой, которая нужно бы каждое утро накручивать колесико. Видимо, 100 гривна произвела на него большое тогда впечатление. Он взял без слов часы. Ну, я сказал, что я буду через два часа. Хочу, чтобы их подчинили к этому времени. Так решился конфликт заказчика и обслуживающего персонала. Я поднялся на третий этаж, звонил в дверь друга своего отца. Дома никого не было. Но на мои призывные звонки открыл сосед. Сосед этого хорошо знал. Он был частью нашей же компании. Когда-то юношей, в студенческие годы, я него встречал в Новый год. Знал хорошо его семью, у него был сын чуть старше меня, сам сосед был удачным в советское время человеком. Он работал в каком-то престижном НИИ. Он был начальником среднего звена, то есть то ли замначальника отдела, то ли начальник отдела. Он неплохо продвигался по партийной линии, что давало ему возможность ездить в командировки за границу. Он бывал в Венгрии, в Болгарии, привозил красивые вещи. Мы жили гораздо беднее, и всегда этот сосед и на моего отца, и на друга моего отца смотрел немножко сверху вниз, с тем молнимым укором, вот так нужно уметь жить в советское время. Оба моих родителя, то есть друг отца и отец, приспособиться к советской системе так и не смогли. То есть успешными они не были, мы были гораздо беднее. Когда дверь открыл этот сосед, я его не узнал» он постарел на сто лет. Это был глубокий старик, практически без зубов, в оборванной футболке, худой не скажешь, скорее всего, истощенный. В комнате была полная темень, по-моему, не хватало половиц в паркете. И я уже было хотел сказать, извините, я ошибся адресом и уйти, но, к сожалению, или не к сожалению, он меня узнал, очень жалко улыбнулся и сказал, ой, Сережка, ты оттуда? Как ты поменялся? Ну нельзя было врать, что это не я. Пришлось зайти, он пригласил меня на чай. Я, естественно, отдал ему все продукты, которые я нес к другу отца. Он ел бутерброд с колбасой и рассказывал о прошедших девяти годах. Рассказ его был страшный. Весь повторять не буду. Его сын начал заниматься бизнесом, попался на каких-то делах, долгах. Для того, чтобы выкупить сына, он продал машину, продал все, что мог, отдал сыну деньги. Видимо, то ли суммы не хватили, то долги ли большие. Сына выбросили из окна его квартиры, из балкона, на смерть, естественно. Милиция этим заниматься не захотела, сказала, что был суисайд. При этом на столе стояли три стакана, были окурки разных людей в пепельнице. Но, тем не менее, милиция сказала, что суисайд, и было дано понять, что для того, чтобы произвело было расследование, нужны деньги, и деньги немалые. После того, как он продал машину, до этого он мотался, подрабатывал бомбилой, это бывший начальник отдела научного института. Он пытался продавать что-то на барабашке. Барабашка тогда была просто центральным пульсом жизни Харькова. Я не понимал, что это такое. Выяснилось, что это разросшийся рынок. При мне его не было. На остановке метро академика Барабашова. Великий академик, астроном, наверное, в гробу переворачивался, когда пол Украины ездил искупаться на барабашку. На барабашку у этого соседа ничего не получилось, и он ушел, учитывая свое высокое техническое образование, в обменку, где он налетел на деньги. То ли ему дали фальшивые бумажки, то ли он э, что-то обсчитался. В общем, он остался должен. И вот рассказывая всю эту страшную, страшную историю, каждые пять минут он был не, не, не лишен риторического таланта, он меня спрашивал, ну вот скажи, Серега, за что нам все это? Вот за что мне все это? Вопрошал он, продавая, продолжая свой рассказ. Дальше рассказ веселее не стал, он рассказал, как жена заболела раком груди, денег лечить не было, все лекарства и все лечения, вся химиотерапия за взятки, денег там не осталось, кроме долгов, ничего. Жена таки умерла, он остался один, и вот он не знает, зачем он живет, и он продолжает задавать вопрос, за что ему это. Я не знал, что ему ответить. Я не знал, что ему ответить. Вопрос был совершенно риторический. И можно было рассказать о статье Александра Солженицына «Жить не по лжи». Кто не читал, прочитайте, ссылочка в описании, в которой говорилось о том, что любой народ, который нарушает привычные моральные принципы. Однозначно и всегда будет наказан Богом. Александр Солженицын был верующим человеком. Ну, я решил ему душу не травить, но что я буду человеку, у которого такое горе, рассказывать такие истины. И пока он продолжал рассказывать о медицине, о несчастьях, о нищете, о, так, о том, как все опустились, как он опустился, я продолжал интенсивно думать, а за что им всем это так? Я ушел от статьи Александра Солженицына, и мысли мои мы шли в другую сторону. Ни он, ни его друзья, ни его соседи, никто вообще после развала Советского Союза и независимости Украины политика не занимался. Политика была грязное дело. То есть я буду жить, как я хочу жить, а там будут политики, я буду ходить раз в четыре года на выборы и за них голосовать. А политики, они за меня все решат. И мне кажется, что вот именно эта ментальность, что я политикой не интересуюсь, ну, а дальше известная фраза, тогда политика будет интересоваться вами, и приобределила судьбу Украины, судьбу вот этого вот соседа. В эпоху великих социальных перемен общество не может себе позволить роскошь быть аполитичным. Это может себе позволить жирное, успешное, буржуазное американское общество, при этом у нас общество гораздо более политичней, то есть политически активней, социально активней. Сейчас, хотя мы можем себе позволить быть аполитичными. Я вышел ошеломленный, я вышел подавленный, мне было стыдно, не знаю почему. Я никого не обманывал, никого ничего не украл, всего, чего я добился, добился тяжеленным трудом. У меня будет когда-нибудь рассказ о первых годах иммиграции. Поверьте, это было нелегко, очень нелегко. Я дошел до метро и вспомнил что у меня же остались часы. Вернулся за часами. Часовщик посмотрел мне в глаза, сказал, что часы будут идти вечно. Был прав, часы до сих пор идут. Начал отсчитывать сдачу. Я ему сказал, что сдачи не надо. Он, видимо, понимал, что так это будет. На следующий день я сел в самолет и улетел в Европу. Спасибо вам за время и за внимание. Мне будет интересна ваша реакция на мои воспоминания, на мои рассказы. Мне интересно, кому-то это кроме меня интересно. Пишите свои комментарии. Спасибо, до свидания.